о точечной застройке. Нам все-таки в генеральном плане надо четко утвердить этапы реализации. Напоминаю, о чем идет речь. Они до сих пор юридически. Каждый год об этом говорится, при этом по факту на сегодняшний день этого нет. Поэтому этапы реализации первостепенные, второстепенные, третьи и так далее. То есть о чем идет речь? Что выдача разрешений на строительство в зонах, которые имеют профицит по социальным объектам, ну, то есть не должна ограничиваться ничем, кроме как градостроительными аспектами, высотность, плотность и прочие моменты. Ответ на предписание бизнес-омбудсмена. Как раз идет сейчас работа по рассмотрению этого обращения. Я думаю, что первый заместитель главы города именно по этому вопросу в ближайшие дни, так же как и я, выступит уже с официальным заявлением. Но сейчас оно рассматривается всесторонне, то есть на предмет как раз тех претензий, которые в нем высказываются. Про ремонт на Театральной площади. Кардинального или катастрофического вмешательства мы не планируем. Будет наведен элементарный порядок, приведены в порядок зеленые насаждения, снивелированы деградации покрытий, бордюрных камней, отремонтировано освещение, в том числе освещение как технологическое, так и праздничная иллюминация. Текущий ремонт будет сделан по фонтанам. О незаконной рекламе. Будет изменен регламент по уведомительным процедурам, связанных с незаконными рекламными конструкциями, периодом их сноса, хранения и демонтажа. О переселении из ветхого жилья. На сегодняшний день нам требуется большое количество однокомнатных квартир, двухкомнатных квартир и трехкомнатных квартир. То есть размеры, площади, все это указано, поэтому призываю жителей города и социально ответственных застройщиков в этой программе поучаствовать, потому что без решения этого вопроса нам сложно будет привести в порядок гостевые трассы и маршруты универсиады.